интернет-ресурс megaobzor.com представляет обзор тестирования EKS A970MA Deluxe. Традиционно мы привыкли, что под маркой EKS выпускаются только бюджетные решения, рассчитанные на массовый потребитель. Но одной из новинок данной компании является данная материнская плата, которую мы и предлагаем рассмотреть в этом тесте. Плата упакована в приятную для глаза стильную черную упаковку. Имеется ручка для переноски. В комплекте идет сама материнская плата, документация, задняя планка для установки в корпус, диск с программным обеспечением и 5 шнуров SATA. Вероятно, при выходе материнской платы на рынок ее комплектация может быть дополнена. Данная плата рассчитана на установку процессоров FX Series и Phenom 2 от AMD с контактной площадкой Socket AM3. Или Socket AM3+, характеризующим уровнем ТДП до 140 Вт. Данная плата наделена популярными фирменными технологиями. На борту находится 4 DIMM-слота для размещения до 32 ГБ двухканальной оперативной памяти с частотой 2133, 2 слота PCI-Express 2.0, 5 портов SATA 3, аудиокодек Realtek. На задней панели расположились PCI 2 и SATA, разъем RG45, 8 портов USB 2.0, 2 порта 3.0, оптический выход и 5 стандартных аудиоразъемов. Применение металлических разделителей на материнской плате является инновационной технологией, которая способствует отделить основные компоненты платы друг от друга, тем самым ограничив влияние температуры на компоненты. Экстремальное охлаждение благодаря применению сплава гипералоу чок компоненты выделяют меньше тепла на примерно 13%, в отличие от обычных. Позолоченные дроссели имеют дополнительный запас температур в 50 градусов. Технология EKS Hyperallow Choke способствует увеличению разгонного потенциала на 30%. Низкие электромагнитные помехи, благодаря сплаву, который покрыты дроссели, также снижают электромагнитные помехи, влияющие на окружающую среду. Высокая продолжительность жизни компонента достигается благодаря использованию золота. В среднем данная материнская плата будет работать в 3 раза дольше, чем обычно. Следует отметить, что плата готова к работе с операционной системой Windows 8. К стабильности ее работы и к разгонному потенциалу не может быть претензий. Материнские платы EKS всегда были стабильны в штатных режимах работы, а для разгона современных процессоров AM3+, имеет свободную сторону повышения множеств. Благодарим вас за внимание. Материнская плата получает награду выбора редакции megaobzor.com.